Так, давайте посмотрим, что теперь мы должны сделать. А теперь видеоотчет. Так, значит, что нам нужно сделать? А, да, я понял. Перед советами вот здесь вставить нам нужно. Смотрите, получается у нас трехколончатая. В этом... Сейчас, минутку. Давайте заново. И теперь перед тем блоком, куда нам нужно вставить новый блок, кликаем «плюс», выбираем верстку, трехколончатая. Кликаем по первому виджету и нужно добавить видео. Вот оно, видео. А здесь, или отсюда видео лучше добавить, сейчас посмотрим. Вот, а это видеоплеер. Вот видеоплеер переносим сюда. Значит, что нам нужно сделать сейчас? Вам нужно для того, чтобы вставить видео с вашими какими-то работами. Я так понимаю, у вас на YouTube, поэтому вам все, что нужно сделать, это вот в это поле вставить ссылку с YouTube на ваше видео. Ну, или другой сервис, то здесь другой выбираете. Или из медиабиблиотеки. Ну, короче, ссылку вот сюда вам нужно вставить. Для этого у меня есть ссылка, но она у меня одно видео во всех, для примера я взял. Вот она, эта ссылка. Ctrl-C. Вставляем. Ctrl-V. Так, теперь все, что нужно сделать. Тут элемент управления, разберетесь. И теперь нужно красивое изображение наложить. Для этого переходим во вкладку «Наложение миниатюры». Да? И кликаем вот switch, активируем switch, вот этот переключатель, использовать индивидуальную миниатюру. И вот появилась область, кликаем для загрузки, загружаем файлы. Сейчас подзагрузятся все эти файлы, мы поставим. Вот первая миниатюра. Да, все верно. Теперь давайте просто скопировать и во все остальные вставить. Теперь нужно теперь редактируем вторую миниатюру такую, вот, вернее, второй виджет. У меня везде будет одинаковая ссылка, вы в каждой меняете вот здесь ссылку, а затем переходите в наложение миниатюры и подставляете миниатюру нужную. У меня получается. Так. Ага. Подгружаем. Это я забыл подзагрузить. Все отлично. Теперь все, что нужно сделать, нам добавить еще две линии, также и с тройной верстки. Для этого копируем всю секцию, да, 6 точек копировать, вставить. Но посередине, во второй линии, вот здесь, будет не изображение, не будет не видео, а изображение. Поэтому здесь мы удаляем посерединке. Отлично. И смотрите дальше, давайте везде повставляем нужные миниатюры. Теперь на этот проигрыватель. Здесь давайте, ну, вставляйте ссылку и наложение миниатюры. Теперь сюда переходим. Опять же, про ссылки свои не забывайте. Теперь нижнюю. Сюда. Мы так вот, так вот. Теперь сейчас что там? Угу. Сюда давайте сейчас наложение миниатюры. Все отлично. И посередине нужно фотку вставить, такую вытянутую по вертикали. Плюс. Кликаем, переносим сюда изображение, загружаем изображение. Что-то нет его. Сейчас выберу. Загружаем изображение, фото. Загружаем. И посмотрите, как некрасиво она вытянута. Видите, она некрасиво вытянута, а эти меньше. Давайте добавим еще здесь для двух видео место. Просто нужно сдублировать. Правой кнопкой мыши и дублировать. И здесь дублировать также. Давайте подзагрузим еще одни новые миниатюры. И сюда также новую миниатюру подгрузим сейчас. Опять же, фон станет, мы там дизайн подредактируем, но тут надо просто вот перемещая вот эти три блока, нужно их более или менее выровнять.
Вот. Отлично. Теперь нужно вставить заголовок перед вот этим блоком, поэтому, который мы сделали, наводим на сам блок и плюс жмем, выбираем верстку в одну ячейку, нужно скопировать. И нужно скопировать вот примерно вот такой заголовок. Копируем. И здесь, смотрите, мы ставили плюс. Ставить. Давайте сделаем черным пока временно фон этого блока, чтобы посмотреть, видеть, что мы делаем. И под заголовок здесь еще нужен, поэтому его также копируем. На виджет, куда нам нужно вставить, на виджет, под которым нам нужно вставить этот подзаголовок, кликаем «Вставить». Отлично, теперь перекликаем. А, ну тут он все в одном месте вставилось, хорошо. И давайте зададим заголовки. Здесь мы видеоотчет копируем, вставляем видеоотчет. А здесь вот так вот вставляем подзаголовок. Так, все отлично, у нас все получилось, в принципе, да. Сейчас я кое-что еще проверю в расширенных. Давайте вот видеоотчет, сюда зайдем в этот виджет, в расширенные. Так, ну все отлично. Да, у нас все получилось. Теперь, значит, давайте сохраним изменения.